За реформирование системы криминальной юстиции в отношении несовершеннолетних в Украине заплатит Канада. Перспективы пятилетнего проекта технической помощи обсуждали во время встречи у городского головы. Проект технической помощи финансируется Канадским агентством международного развития. Главными партнерами выступают Министерство юстиции Украины и Верховный суд Украины. По примеру канадской службы пробации, нечто подобное собираются создать здесь для несовершеннолетних. Пока программу, кроме как на общенациональном уровне, реализуют только в двух пилотных областях – Запорожской и Ивано-Франковской. В рамках проекта уже третий год в Мелитополе успешно действует специальный центр посещения для подростков, которые стоят на профилактическом учете криминальной милиции по делам несовершеннолетних. Мы реализуем нашу пилотную модель. Центр посещения в Мелитополе работает уже на протяжении 3 лет. Мы видим определенную позитивную динамику, хорошие результаты. И специалисты, которые работают в Мелитополе, социальные сотрудники, они обучены. И сейчас мы используем их уже в качестве экспертов, в качестве тренеров. Мы открыли центр посещения уже в Ивано-Франковске и планируем сейчас уже открывать в Мариуполе, в Киеве и в Запорожье. Я считаю, что это очень важный опыт, тем более он, насколько я понимаю, не требует больших средств. Вы передаете свой опыт. Центр посещения для подростков, которые состоят на профилактическом учете, планирует открыть Запорожье в начале осени. С этой целью дирекция проекта уже провела обучение специалистов, а городские власти пообещали выделить помещение в бессрочную аренду.